Говорил, иди, скажи, пусть они уйдут, если они не хотят здесь слушать. Он mówił do menadżera, powiedz, pójdź do nich, powiedz im, żeby oni poszli, jeśli nie chcą tego słuchać. I on podchodził k tym ludziom i mówił, no, zazwyczaj były женщины, какие-то пожилые такие старики, дети там. I on tam podchodził, to w większości były jakieś takie starsze panie z jakieś małe dzieci. Jeśli wam nie нравится, вы можете проходить дальше, не оставайтесь здесь. I on mówił, jeśli wam się nie podoba, to idźcie dalej, nie zostawajcie tutaj. Потому что вы нервничаете, вам будет плохо. Tak się denerwujecie, będziecie się źle czuć. A kto ci сказал, że nam będzie плохо? A kto ci powiedział, że będziemy się źle czuć? My nigdy nie pójdziemy. Nigdzie nie pójdziemy. My посмотрим, чем все это закончится. Zobaczymy, jak to się zakończy. I oni tak продолжали там находиться еще час или два, пока Шилопрабхупада добил. I tam byli jeszcze godzinę czy dwie, dopóki Шилопрабхупада tam śpiewał. I Брамананда Прабху заметил, что когда они проводили киртаны, многие лица из этих людей, которые вот так вот, они приходили опять и снова. I Brahmananda Prabhu zauważył, że wiele twarzy pojawia się ciągle i znowu, tak jak tam śpiewali, to ci sami ludzie ciągle powracali. To jest, tych, сразу można понять, что их влекло то, что затронуло их сердце. Można było zauważyć, że ich przyciągało coś, co tak sięgnęło im głęboko do serca. И я как бы так спускаясь просто со времен уже Шилы Прабхупады до нашего времени, я хочу маленькую историю рассказать, в Италии была. И так, przechodząc już od czasów Шилы Прабхупады до наших współczesnych czasów, jeszcze chciałem powiedzieć taką маленькую историю. И мы ходили, пели это Римини. Жили так, ходжиличны и шпевалищны. Да, это ночной город, там люди начинают оживать в 8 часов вечера. Это было в каком-то таким месте, в котором życie toczyło się в nocy. Tam ruch na ulicach zaczynał się dopiero o 8 wieczór. I my pieli z 8 часов вечера do 12 часов ночи. My tam śpiewaliśmy 4 godziny od 8 do północy. Że w drugiej chwili ludzi nie było na ulicy. O innej porze tam ludzi w ogóle nie było na ulicach. No my wzięli na siebie taką askezę, no chodzili pieli, co zrobić. No ale przyjęliśmy taką ascezę, że po prostu chodziliśmy, śpiewaliśmy, no co było robić. I w jeden dzień my szli na ulicy. I któregoś dnia szliśmy ulicą. I wdruk my idziemy, pojem, to jest harinama idzie. Idziemy, śpiewamy, idzie ten cały harinam. I periodycznie jakiś pożyły mężczyzna wychodził w przód i останавливал матаджи. I od czasu do czasu tam jakiś stary mężczyzna podchodził do przodu i zatrzymywał matadży. On podchodził i mówił, idźcie medleno. Tak podchodził i mówił, idźcie powoli. Я не мог понять, почему. Он потом, когда возвращался, я говорю, а в чем дело, почему останавливаете? Так же, не могу сказать, что заходи, и пытаем его, что есть главное, почему нас зачимуешь? Он мне говорит, посмотри назад, я посмотрел, а его жена, она на костылях шла. И он говорил, ну, попадши с тылу, я попадши, и видел, что его жена шла о кулях. Говорит, она не успевает, вы говорит, бежите, говорит, я не могу ее остановить. Она говорила, что она не должна за вами, я не могу ее повстримать. И потом мы останавливались, начинали петь киртан. Так же зачимывались еще, шпевалищный киртан. И эта женщина входила в круг. И та кобета ходила в кулко. И однажды она подняла костыль. И кедыш поднесла те куле. Я подумал, сейчас упадет, не дай бог. Я помышлял, не дай бог, что она за сутарня. Она так закрыла глаза и костыль махала стоя. А она замкнула очи и так махала кулами. То есть происходят даже в наше время чудеса. Нам просто нужно выходить на улицу для того, чтобы убеждаться в том, что Господь Чайтанья передал по парампаре это настроение и нам тоже. Также różne cuda zdarzają się nawet we współczesnych czasach. Wszystko, co my musimy robić, to wychodzić i wówczas będziemy mogli się przekonać, że poprzez sukcesję parampara to idzie do dzisiaj, od czasów Pana Czytami. I один raz to, że my tam że szli, pieli. Kiedyś innym razem właśnie też tam szliśmy, śpiewaliśmy. No my obecnie zastanawiamy się, делаем круг i stoimy, rozkaczymy. Zwykle tak zatrzymujemy się i w kółku tak śpiewamy. I dwa, trzy parni, oni byli niemalo pijani. I tam było dwóch czy trzech mężczyzn, odrobinę podpitych. I oni stajali z nas, mijali tam przy pozostawieniu. Tak, z boku. Kirtan rozgorał się. A Kirtan rozkręcał się.
I один из них, он немного близко подошел. И один из них подошел немного ближе. Ну, люди в кругу танцуют, то есть вот так вот получилось, а я стоял немного сбоку. Так люди в кругу танцуют, я стоял немного сбоку. Я его взял резко и туда кинул. А я взял его и включил его до этого круга. И когда он в круг попал, он понял, что ему деваться некуда, и он стал кривляться, как-то так вот танцевать по-своему. I gdy on znalazł się w tym środku, no to zrozumiał, że już nie ma dokąd uciekać. Także zaczął tak po swojemu tańczyć w tym kółku. I my zaczęli rozkaczać jego, no jego rozkaczać, kirtan начал zrobić. I myśmy zaczęli go tak rozkręcać, ten kirtan przybierał na sile. I mu pan raz, i on stał prosto prygać. Jemu się to spodobało, także zaczął skakać. No nie один był tam, jeszcze byli ludzie. On nie był sam, tam byli jeszcze inni ludzie. I вот этот один из них, второй. I wówczas drugi z nich. Он подошел, и мы на него так вот стоял, смотрел. Подходил и так пачу на него великими очами. Не мог понять, что с ним происходит. Не мог зрозуметь, что с ним делает. А то взял его, и они вместе потом начали танцевать. Так что потом разом с ним начал танчить. Но перед этим он мне показывал, что сумасшедший, что ли. А вчащий не показывал, уже зваливавый. Ну я ничего ему не сказал, закончился киртан, и мы пошли дальше. Я ему не сиповеджаю, закончился киртан, пошли шли далее. И какое-то время я еще видел, они с нами ходили. И вечером, что через какой-то час они еще ходили с нами. И через сколько там, через день или через два, я опять увидел их. И потом на другой день, чи по двух днях, снова их запачил. Но я уже увидел их с дисками с нашими. Но я вечером, что они уже были с нашими дисками. Он ходил и Удхаве помогал на итальянском языке распространять диски. Он ходил и Удхаве помогал по флотскому распространять, что плиты. И когда я его увидел, я ему сказал, ты что, с ума сошел? И когда собачил, то показал ему так само, что смаливаешь. Он вот так вот сделал, так вот показал и пошел. Он мне тебя так показал и пошел.